Дверь не открывается. Помощи рассказал. Ну что, Олег, расскажи людям. Саше Прайсу, Дима Алексееву. Зайдлер. Ты включил, даже я не подготовился. Ну вот скажи. У нас все хорошо. В принципе, прошли маркирование, определились с зонами кормления, определились с зонами лова. Вот сейчас, в принципе, пытаемся поймать. Ребята все работают. Дима Алексеев говорит, хватит загорать, работайте, карпов ловите. Ну, в принципе, да. Это, кстати, относится к команде 9-й Big Carp, потому что у них пока только одни караси. Они очень похожи на карпа, да. Вадик решил, что это карп. Я пытался тебе уговорить. Давай покажем наш лагерь. У нас вот такой вот пол. 100 квадратных метров. Тут еще 30 квадратных метров. Тут подойти невозможно, потому что там болото. Здесь все в траве высокое было, и мы это все устелили. Люди спрашивают, как дела? Там что-то происходит. Все хорошо. Все хорошо у нас, как бы. Ждем. Ждем ответа, так сказать. Все посылы. Кормим, кормим. Да, мы все. Все сделали, все ждем сейчас ответа. Не видно, чтобы водоем активно работал по рыбе. Насколько я знаю, есть один зачетник в зоне А на данный момент, где-то в районе двушки. Вот. Тебя спрашивают, как настроение команды? Боевое. Потому что, в принципе, объявлено, что кто из наших двоек возьмет первое место, вот, получит от меня по литру пива каждый после соревнований. Так вот, ребята пытаются сейчас поймать первую рыбу. Первыми. Костя Херсонский, привет. За первую рыбу, да. За первое место там приз. Зрецкий покататься симпатии. На электровелосипеде. Тренера. Тренера. Настроение отличное, настроение боевое. Сектор у нас хороший. Сергей Паша, Канада с вами, пишет. А, Серега, поздравляю. Вот, все будет хорошо. Будем выходить дальше и будем выходить дальше, да, понемножечку. Я сейчас доеду до братьев, я сделаю еще один отчетик поставлю. Вот там вот они сидят. Вот они. Все, прощаюсь. Все, до свидания.